Приветствую, друзья, на канале обучения и саморазвития. Сегодня поговорим о том, как достичь успеха в любом деле. А вернее, откроем целых 6 самых главных секретов достижения успеха от самого Уилла Смита, как одного из самых высокооплачиваемых актеров и известнейших людей этого мира. Да и к тому же, он автор одной из самых мудрых мотивирующих речей. Видимо, не зря у него получилось добиться всего этого самостоятельно и выбиться в самый верх общества и известности, практически с самого нуля. В общем, это явно пример достойный подражания. Но в чем же его секрет на самом деле? Ведь стремятся к известности и богатству сегодня практически все, а достигают всего лишь единицы. Наверняка же есть какой-либо секрет, какой-либо ключ, способный открыть любую дверь успеха. Кстати, хороший вопрос. Может ли достичь успеха любой из нас, или это удел избранных? А достижение успеха зависит от везения или каких-либо других внешних условий. Несомненно, окружающий мир влияет на нас, и неблагоприятные условия могут стать препятствием на пути достижения успеха. Но, как подсказывает опыт многих успешных людей, секрет достижения цели далеко не в везении или удаче. Как, например, сказал сам Уилл Смит, «Самодисциплина – это первый секрет, что ведет человека к успеху в первую очередь, без которого невозможно ничего стоящего и по-настоящему великого по умолчанию. Самодисциплина – ключ к достижению цели». И действительно, сегодня большинство людей уже имеют очень большие и далеко идущие планы. Но если их спросить, что прямо сегодня ты делаешь для того, чтобы реализовать свою мечту, то окажется, что никаких реальных действий ради достижения своих целей большинство людей не совершают. Большинство обычных людей, и это не секрет, предпочитают ждать более благоприятных условий. Некоторые же просто ищут себе постоянные оправдания. А кто-то и вовсе посчитал мечту несбыточной и довольствуется тем, что есть. Но, как гласит древняя поговорка, путь в 1000 шагов всегда начинается с первого шага. Поэтому для того, чтобы закончить какое-то дело, однозначно нужно как минимум его начать. Чтобы построить дом, нужно хотя бы взять в руки инструмент. А еще лучше каждый день отмечать, насколько вы продвинулись к своей цели. Поэтому однозначно именно ваша личная самодисциплина – это главный и самый важный ключ к реализации любой вашей мечты. Самый ценный ресурс – внимание. Второй важной вещью Уилл Смит называет важность умения сосредотачиваться и направлять свое внимание на правильные вещи. И действительно, сегодня мы находимся там, куда нас привело наше внимание. Только то, чему мы уделяем внимание, присутствует в данный момент нашей жизни. Цель, на которой мы полностью сконцентрированы, практически неизбежно будет достигнута. И если мы уже достаточно дисциплинированы, то это уже всегда становится только нашим выбором. И в итоге то, на чем мы концентрируемся и притягиваем в свою жизнь. Обратите внимание, на что вы тратите большую часть своего времени. Именно это в основном и присутствует в вашей жизни. Если вы привыкли тратить время на пустые и бесполезные развлечения, то о достижении успеха можно забыть. И напротив, если вы ведете здоровый образ жизни и регулярно сконцентрированно и, главное, как вы еще помните, дисциплинированно стремитесь реализовать себя в какой-либо сфере, рано или поздно такая цель будет достигнута. Все счастье и все страдания берут начало в уме. Тот, кто подчинил себе свой ум, уже достиг успеха. Недаром говорят: победа в мыслях, победа в деле. Так или иначе, страдания, конечно, неизбежны. Страдают и те, кто обрел власть над своим умом, и те, кто остается его рабом. Но в первом случае это конструктивные страдания ради достижения успеха, самоограничение и дисциплина. А во втором случае это страдания от постоянных неудач и разочарования в жизни. Беспокойный ум – источник страданий. Третий секрет жизненного успеха также связан с умением концентрироваться на главной задаче. Ведь если мы действуем импульсивно, под влиянием эмоций, переживаний, мимолетных желаний и так далее, в нашей жизни никогда не будет порядка, и мы никогда не достигнем желаемых целей. Только тот, кто может навести порядок в собственной голове, может навести порядок в своей жизни. И никто не сделает это за нас. Чтобы осенью собрать урожай с огорода, летом следует долго и упорно трудиться. Это и есть яркий пример самодисциплины. Нравится видео, идея канала и количество полезной информации в секунду? Ставь лайк, подписку и колокольчик, и поехали дальше! Только тот, кто способен к самодисциплине, сможет довести начатое дело до конца. Как часто можно видеть людей, которые быстро чем-то вдохновляются, но затем так же быстро и остывают, меняя свои предпочтения, интересы, цели, мечты и желания. Это можно сравнить с копанием колодца. Сделав небольшую ямку в одном месте, человек бросает и начинает копать в другом. Ему просто показалось, что там вода ближе к поверхности земли. Но уже очень скоро он начинает копать третью ямку, и так до бесконечности. В итоге много суеты, много движений, а результата – ноль. А все потому, что нет самодисциплины и терпения. Думайте о том, что вас вдохновляет.
Как уже сказано выше, самый ценный ресурс – это внимание. Поэтому следующим важным секретом следует считать концентрацию только на важных и полезных для вас целях. Ведь то, что мы поддерживаем своим вниманием, присутствует в нашей жизни. Поэтому основная проблема большинства людей в том, что они сами своим вниманием поддерживают свои проблемы. Обратите внимание на то, о чем говорят большинство людей. Именно о проблемах. И поэтому проблемы продолжают существовать в их жизни. Речь не идет о том, чтобы спрятать голову в песок и ничего не замечать. Но гораздо приятнее думать о том, как достичь своих целей. А препятствия будут устраняться по мере продвижения к цели. И как показывает опыт, 50% проблем вообще решаются сами по себе. Цените свое время. Если есть время о чем-либо подумать, подумайте о том, что вас вдохновляет и дает силы. Если есть время что-нибудь сделать, лучше сходить на пробежку, чем снова залипать в соцсетях или смотреть телевизор. Осознанность – наше самое мощное оружие. Соизмеряйте каждое свое действие с вашими целями и честно задавайте себе вопрос: как то, что я сейчас делаю, приближает меня к моей цели? Если вы будете проверять все свои действия этим вопросом, вы удивитесь, сколько вредных и бесполезных действий вы совершаете в течение дня. Ограждайте себя от негатива. Ну и, конечно, самый последний секрет в том, что не надо находиться в состоянии негатива и неверия в собственные силы. И это очень важно, ведь сегодня мы как раз и находимся там, куда нас привели наши мысли. А значит, и завтра будем находиться там, куда нас приведут наши сегодняшние мысли. Поэтому избегайте загружать изначально малоконструктивную, вредную и негативную информацию в свое сознание. Также избегайте общения с людьми, которые настроены на негативное мировосприятие и умонастроение. Такие люди поистине способны заражать своим негативом. Старайтесь каждый день читать что-нибудь полезное, позитивное и информативное. Оценивайте почти всю входящую информацию с точки зрения пользы для достижения ваших целей. В этом и есть один из главных секретов успеха и не только от Уилла Смита, но и большинства известных и богатых людей, о которых мы уже рассказывали. Поэтому настоятельно рекомендуем как портал саморазвития его придерживаться. Отличие успешных людей от неудачников. Итак, в чем же главное отличие успешного человека от неудачника? Вопреки распространенному заблуждению, это отличие чаще всего далеко не в том, что одному повезло, а другому нет. Основное отличие между ними в том, что успешный человек, практически всегда между самодисциплиной и кратковременными удовольствиями, делает выбор в пользу самодисциплины в сторону достижения своей главной цели. Обычные же люди, напротив, почти всегда растрачивают по мелочам и в разных направлениях свое время, жизнь, энергию и, конечно, деньги. А соответственно, в итоге растрачивают и самого себя за бесполезным времяпровождением, негативными мыслями и в итоге не достигают никакой большой и позитивной цели. Если она, конечно, изначально у них была. Ведь чаще всего даже этого самого малого, просто понимания, куда они хотят двигаться в жизни и чего достигнуть, у них, к сожалению, нет. Таким образом, главная составляющая успеха людей, известность которых досталась им не по наследству, это именно, в первую очередь, самодисциплина и способность концентрировать свои усилия на главном. И только способность привести свою жизнь в порядок, разделить главное и второстепенное, затем правильно расставить свои приоритеты и сделать выбор в пользу развития, дает человеку возможность достичь большего успеха и всего остального, что он пожелает. С чего, собственно, Уилл Смит, а также наш портал обучения и саморазвития вам и советуют начать свой путь к собственному успеху. А также посмотрите и другие обучающие мотивационные видео на нашем канале, ссылки на которые будут в описании. Ну а на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на наш Summary Club экспресс обучения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное, экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме. Давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, заходи на наш официальный сайт портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканалов и по ссылкам в описании. Всем добра!